Наконец-то он приехал ко мне. Мой единственный. А без Снежана, вот. А без Снежана бы я ни хрена. Что, будем еще? Разобьют котлетки? Не. Я хочу свой. Я хочу колеса протереть. Я даже. О, скорости. Я думала, скорости уже стерлись. Скоростной мой велик. Мама, оказывается, он шипованный. Оказывается. Знала. Короче, я пойду еще чуть-чуть намочу тряпку. Сейчас я его весь протеру. Протру весь. Конечно же, о, тряпка черная сейчас будет. Так, вы что отсюда? Ушли отсюда. Сейчас мне его надо положить. Так. Сейчас буду колесо прокручивать. И зачем я его умою? А мы вечером пойдем гулять? А куда? Не знаю, прогуляемся. Нет, вот завтра ты утром как встанешь, как стебанешь. Почему? Пытаться. А можно сегодня? Куда? Ну хоть чуть-чуть. Нет, нет. Ну я же. Да, мам, я же хоть. Пытаться. Потому что вы мне только сейчас его привезли. Если бы вы мне раньше привезли, я бы раньше пошла кататься. Я вот нигде никого не видела на берег. А я видела в школе. Вот и в школе. Возле школы стоят велики. Везде. Почему им можно, а мне нельзя до сих пор кататься? Везде все оттаяло. Так. Переднее, заднее колесо тебе надо мыть. Чего держать надо? Да что вы, что коты его нюхают? Что я буду умывать?